Так, довязала я 18 ряд, и с вами будем вязать 19. Следующий ряд я буду вязать без убавления, то есть я буду убавлять постепенно, не сразу резко. Так, маркер перенести. Один, два, три. И так вяжем по кругу без убавления. Значит, в этом ряду 48 столбиков без накида. Теперь будем делать убавку. Значит, убавка здесь будет как? 6 столбиков без накида. Плюс убавка 6 раз. Так, 6 плюс 1, здесь будет 7. 6 и 7, 42. Убавлять будем точно так же, как и прибавляли. То есть прибавки и убавки меняем местами. Как провязываем? Половину берем. То есть 3 столбика без накида провязываем и провязываем убавку. Один раз. Дальше вяжем раппорт. 6 столбиков без накида плюс убавка. Но уже не 6 раз, а 5. И дальше у нас пойдут 3 оставшихся столбика без накида. Вот так будем провязывать, чтобы у вас убавки менялись на полотне местами. Так, ну и давайте будем вязать. Сначала 3 столбика без накида. Один, два, три, и дальше убавка. За полупетлю берем раз и два. Видно, да? Что не за полную петлю, а за полупетлю берем. И провязываем вместе. А дальше уже 5 раз вяжем 6 столбиков без накида плюс убавка. И в конце у вас будет останется 3 столбика без накида провязать. Так, следующий ряд я буду вязать без изменения. Один, два, три. И так вяжем по кругу. И в этом ряду тоже у вас 42 столбика без накида. Так, довязала я ряд до конца. Следующий ряд, как вы уже поняли, вяжем на один столбик меньше. Значит, будет у нас 5 столбиков без накида плюс убавка 6 раз. И должно получиться 30. 6 столбиков без накида. Провяжем этот ряд до конца. Следующий ряд тоже вяжем без убавок. Вот уже убавки мы не будем делать. 36 столбиков без накида. То есть после убавления делаем повтор полного ряда.
Один, два, три, четыре, пять. Вот мы провязали пять. А теперь убавку делаем. За полупетли, за передние. И провязываем. И так вяжем по кругу. Следующий ряд вяжем. Как я и сказала, в следующем ряду мы ничего не меняем. Вяжем 36 столбиков без накида. Один. Два. Три. И так вяжем по кругу. Все. И так вы делаете убавление через ряд. То есть один ряд убавите, один ряд вяжете по кругу. Опять убавили, вяжете по кругу. Ну что ж, получилось, что у меня это 29-й ряд. Вот, я закончила 29-й ряд, маркер здесь поставила, набила. Ну и теперь я сделаю обвязку. Вы смотрите, кому как нравится, фантазируйте. Я буду делать обвязку так, за переднюю полупетлю. Вот, за переднюю полупетлю. Ввожу крючок и провязываю соединительную петлю. И такая вот обвязка получается. И так по кругу. И в конце ряда закрываем точно так же, как я вам уже раньше показывала. Опять захожу на обратную сторону. И вот здесь за задние полупетли и пряжей, которой вязали ноги, провязываем. За задние полупетли заходим. Так, петли не пропускайте. И вяжем 30-й ряд, в котором у нас будет 18 столбиков без накида. Вяжем без изменения. Вяжем 31-й ряд. Теперь мы вяжем с убавлением. Один. И делаем убавление.
Опять один столбик. И делаем убавку за переднюю полупетлю. Опять столбик. И убавка за переднюю полупетлю. Итак, вяжем по кругу, и в этом 31-м ряду у вас должно быть 12 столбиков без накида. Переставила я маркер, и будем вязать 32-й ряд. Его вяжем без изменения. То есть в 32-м ряду у нас тоже будет 12 столбиков без накида. И так вяжем по кругу. Вязала вот по этому китайскому журналу, вот по этим мышатам, нос брала и мордочку. А вот их схема. Вот нос. Сейчас увеличу. Вот нос. Кстати, на этой схеме очень хорошо все видно и можно разобраться. Голова вяжется. Вот здесь все расписано, как чего. Ноги, лапы, то есть руки. Здесь просто нужно вязать все детали. И потом, как пазл, собирать, сшивать. Вот, все отлично видно. Вся схема. Так что можете делать скриншот и брать себе эту схему. Теперь берем нить коричневого цвета. Я тоже вяжу нитками производства «Гамма». Тоже в две нитки, делаем кольцо и будем вывязывать носик. Самая ответственная деталь. Вывязываем еще одну воздушную. И в это кольцо еще вывязываем 2, 3, 4. Так, кольцо стягиваем, но пока не сильно. Так, теперь ставим маркер. И мы должны попасть вот в эту петлю. И провязываем столбик без накида. 1. И сюда же второй. То есть сделали прибавку. Одну прибавку сделали под следующую петлю. 1, 2. Это уже две прибавки. Теперь вот эта петля. Один. И сюда же 2. И вот где маркер. 1, 2. То есть 4 прибавки или 8 столбиков мы провязали. Теперь выгните, иначе вы будете вязать по левой стороне, по изнаночной.
Маркер переносим. А теперь будем делать убавки за полупетли. Один. Два. Три. И вот сюда, где маркер, должна быть четвертая убавка. Но мы провяжем цветом, которым вязали тело. И теперь должны делать прибавки. Вот, под петлю. Один. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, и под петлю соединения семь, восемь. Ставим маркер, дальше вяжем в следующую петлю. Вяжем прибавку. Один, два. Так, дальше два столбика провязываем. Один. В следующую петлю один. Затем вяжем прибавку. Один, два, и провязываем 4 столбика без накида. Один, два. Три, четыре, и в этом ряду у нас будет 10 столбиков без накида. Теперь что делаем? На последнюю петлю повесьте маркер. Так, это последняя петля. И надо носик набить наполнителем. Но таким нельзя набивать. Иначе он у вас будет через отверстие вылазить. Поэтому вот этой ниткой, которую вы вязали, вот ею надо наполнить сюда в нос. Загнать менее-более количество ниток, чтобы нос был пожестче. Так, следующий ряд вяжем. Маркер я переставила. Нос наполнила нитками такого же цвета.
и вяжем. Два столбика без накида. Один. Два. Дальше. Четыре соединительных петли или столбика. Не цепляйтесь за ту сторону. Один. Два. Три. Четыре. Теперь вяжем столбик без накида. А под эту петлю прибавку. Один. И сюда же второй. Дальше. Столбик без накида. И где маркер, вяжем прибавку. Один. И второй сюда же. И в этом ряду у вас 12. Ну, я не говорю столбиков без накида или как, потому что были соединительные петли. Ну, будем считать столбики без накида. Или 12 петель. Следующий ряд вяжем. Два столбика без накида. Я не буду торопиться здесь, чтобы не запутаться. Так, один. Два. Четыре соединительных петли или четыре соединительных столбика. Вот эти соединительные петли сильно не затягивайте, под них тяжело попасть. Так, один. Два. Три. Четыре. Два столбика без накида. Один. Два. Дальше вяжем прибавку. Один. И сюда же второй. Два столбика без накида. Один. Два. И где маркер, вяжем прибавку. Один. И сюда же второй. И в этом ряду у нас 14 столбиков без накида. Так, маркер переносим. Вяжем следующий ряд. Два столбика без накида. Один. Два. Четыре соединительных петли или столбика.
один. Два. Три. Четыре. Четыре столбика без накида. Один. Два. Три. Четыре. Затем вяжем прибавку. Один. И сюда же второй. Два столбика без накида. Один. Два. И где маркер, вяжем прибавку. Один. И сюда же второй. И в этом ряду у нас 16 столбиков без накида. Так, следующий ряд вяжем. Опять 2 столбика без накида. Один. Два. Так, 4 соединительных петли. Один. Два. Три. Четыре. Два столбика без накида. Один. Два. Теперь прибавка. Один. Два. Три столбика без накида. Один. Два. Три. Прибавка. Один. И сюда же второй. Два столбика без накида. Один. Два. И где маркер, прибавку вяжем. Один, два. И в этом ряду у нас 19 столбиков без накида. Следующий ряд вяжем. Два столбика без накида. Один. Два. Четыре соединительных. Один. Два. Три. Четыре. 13 столбиков без накида. Один. Два.
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Так, в этом ряду у нас тоже 19 столбиков без накида. Так, и теперь мы должны выйти на 24 столбика без накида, потому как будем вязать вот по этой таблице. Вот нам нужно выйти на 24. А у меня в ряду 19 столбиков без накида. Вот теперь смотрим, как выходим на 24. Вяжем прибавку 1 и сюда же 2. Дальше 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Опять прибавка. 1 и сюда же 2. Дальше вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Опять прибавка. 1. И сюда 2. 1 столбик без накида. Дальше опять прибавка. 4 столбика. 1. 2, 3, 4. Опять прибавка. 1. И сюда же 2. И 3 столбика без накида. 1, 2. И где маркер? 3. Вот, и в этом ряду у нас 24 столбика без накида. Все. Мы с вами вышли вот на эту цифру. И дальше будем вязать вот по этой схеме. То есть в каждом ряду увеличивать на 6 столбиков. Значит, смотрите, в этом ряду мы вышли с вами на 24 столбика без накида, а в этом ряду ниже, вот я проложила маркерную нить, здесь мордочка это заканчивается, то есть мы переходим к вязанию головы. Для чего я маркер поставила? Возможно, здесь будут глаза. Но это надо еще проверить. Значит, в этом ряду у нас 24 столбика без накида. Теперь мы как вяжем? 3 столбика без накида плюс прибавка 6 раз. И получаем 30 столбиков без накида. В следующем ряду мы должны вязать 4 столбика без накида плюс прибавка
тоже 6 раз, и получится 36 столбиков без накида. Но чтобы прибавок не было, как я говорила раньше, эту цифру разбиваем, то есть провязываем 2 столбика без накида плюс прибавка 1 раз. Затем вяжем раппорт, 4 столбика без накида плюс прибавка, но уже не 6 раз, а 5 раз. И 2 столбика у нас остается от этих 4. В конце ряда провязываем 2 столбика без накида. Тоже будет 36 столбиков без накида. И так мы вяжем до тех пор, пока у нас не будет в круговом ряду 48 столбиков без накида. А там уже посмотрим, вязать еще один ряд или нет. Итак, вяжем 3 столбика без накида плюс прибавка 6 раз. Маркер я переставила. 1, 2, 3 и прибавка. То есть под петлю 2 столбика без накида. 1 и сюда же 2. Итак, вяжем по кругу, это уже голова у нас будет, до тех пор, пока вы не получите в итоге 48 столбиков без накида. Вот я закончила ряд, в котором у меня 48 столбиков без накида. Но я так чувствую, что мне придется еще один ряд связать. Мне кажется, маловато будет. Значит, я в следующем ряду провяжу 7 столбиков без накида плюс прибавка 6 раз, и у меня получится 54 столбика без накида. 7 плюс 2 здесь, в сумме 9. 6 9 54. Вот и по этому алгоритму вяжем. Но вы смотрите, если кто-то вяжет слабо, может быть, вам не нужно следующий ряд вязать, может быть, наоборот, вы хотите больше, это уже на ваше усмотрение. Как вы решите? Ну вот я буду вязать 54 столбика без накида. Закончила я ряд, и у меня в этом ряду 54 столбика без накида. Кстати, хочу вам заметить, вот эту часть запомните, что вы на ней закончили, потому что мы сейчас провяжем 5 рядов по прямой на 54 столбика без накида. То есть будем вязать 1, 2, 3, 4, 5 ряды по 54 столбика без накида. Вот 5 рядов надо провязать, и в каждом ряду 54 столбика без накида. А потом мы будем идти на убавление. Именно вот с этой цифры. 7 столбиков без накида плюс убавка у нас пойдет 6 раз.
И тогда мы выйдем на 48 столбиков без накида. Вот. Сейчас мы вяжем вот эти ряды, 5 рядов. И дальше я вам на всякий случай еще раз покажу убавку. Ну вот, провязала я 5 рядов по 54 столбика без накида по прямой. И теперь мы будем делать убавление именно вот с этой части. То есть провязывать 7 столбиков без накида и убавку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и за переднюю полупетлю убавляем. И так вяжем по кругу. И у вас в этом ряду будет 48 столбиков без накида. Закончила этот ряд, в котором у меня 48 столбиков без накида. Дальше мы вяжем как 6 столбиков без накида плюс убавка 6 раз. Так, здесь получается у нас 7, 42 столбика. Ну, как я говорила, убавку надо менять местами. Значит, мы в первом рапорте первую цифру делим пополам. 3 столбика без накида плюс убавку вяжем. Один раз, дальше уже не 6, а 5 раз вяжем. 6 столбиков без накида плюс убавка. 5 раз. И в конце мы провяжем оставшиеся 3 столбика. Следующий ряд вяжем 5 столбиков без накида плюс убавка 6 раз. Так, 6 у 6 36 столбиков без накида. Итак, убавляем до минимума. Но прежде чем до конца довязать, значит, это у нас низ. Вот здесь у нас были петли соединительные вверх. Вот, посмотрите, как у вас нос куда задирается, мордочка. И приложите глаза, как будут смотреться. Самое главное, это глаза сейчас примерить. У кого винтовые? Вот, как я говорила, у кого глаза винтовые, их нужно уже сейчас вставлять и надевать шайбу. У кого вот такие на ножке пришивные, тогда ничего страшного, можно набить и потом только уже поставить глазки. Ну, это уже вам решать, что у вас есть под рукой. Так, ну что, вставила я глаза. Что хочу вам сказать. Значит, после маркерной нити я отступила вот один ряд. И
между глазами прибавка у меня получилась. Ну, это так получилось. Вы воспользуйтесь булавками. Вставьте булавки. Определите, куда. Затем вставьте глаза. Если понравится, оставьте их. Затем вышите ресницы. Если вы сразу поставите шайбу, вы потом ресницы не сможете вышить. Значит, поставили глаза, вышли ресницы, и надо ставить шайбу. Шайба ставится вот так. И тогда у вас глаза, зрачок будет втянут внутрь. Если вы будете ставить так, то у вас глаза будут выпуклые. Это неправильно. Шайба надевается на ножку очень тяжело. Поэтому ее положите в горячую воду и только потом надевайте. Значит, это понятно. Ну и все, теперь мы вяжем на убавление этот ряд, причем вяжем с разбивкой, чтобы у нас убавки ушли в другое место. Значит, вяжем вот по этой схеме, то есть 3 столбика без накида плюс убавка. Один, два, три, убавка, а дальше вяжем 6 столбиков без накида плюс убавка, и в конце ряда провяжите только 3 столбика без накида. В итоге выйдете на 42 столбика без накида. После того, как свяжете голову, установите ее на тело иголками, закрепите, чтобы она у вас хорошо держалась, и иголкой с ниткой пришейте.